А в зоне АТО за минувшие сутки уменьшилось количество обстрелов. Впрочем, армейские позиции под Крымским и Золотым в Луганской области и укрепления под Авдеевкой и Широкино в Донецкой по-прежнему находились под огнем противника. Активизировались боевики и в районе Красногоровки, продолжит Руслан Смещук. Позиции в районе фронтовой Красногоровки, напротив, оккупированная Старомихайловка, что под Донецком. Последние несколько дней здесь наблюдается активность пехоты боевиков. В долгие перестрелки противник не ввязывается, предпочитая короткие огневые контакты. Небольшое передвижение в нашу сторону. Подачи будете идти там на дачу. Туда частенько заходят они, пытаются кидать. Ну и с правой стороны тоже с посадочки снайпера работают. Переходим, а вернее перебегаем под прикрытием пехотинцев к другой позиции. Сюда очень близко периодически подходит противник. Во время одной из таких атак здесь ранили украинского солдата. Началось все с мелочи. Снайпер, автоматчики, отвлекающий маневр. Один на себя, другие на себя отвлекают, проверяют, что мы можем. Но так как у нас минские договоренности, мы молчим. Ну, когда уже началось крупное, там гранатометы, ГСы, ДШК, нам уже было не молоту, мы попросили приказа ответить своим. Сказали, нет, ждите. Ну, когда уже ранило нашего бойца, это случилось все здесь, нам уже дали новую. Ну. Плотным огнем противника подавили, поэтому пока относительно тихо. И сейчас военные готовятся к зимовке. Когда пришли сюда, здесь все, было просто сырая земля, вот как в прихожей, там сырая земля вырытый под БК, боевой комплект здесь, ну, предыдущих было, наверное. Ну, мы вот обшили деревом, чтобы сухо было, чтобы влаги не было, чтобы плесени не было вот этой, вредной для здоровья, обшили деревом, сделали уютный вот уголок, отражатель, буржуечку. Вот. Ну, а в самой Красногоровке готовятся ко дню защитника Украины. Хотя будет он только через неделю, военных уже начинают поздравлять. Сегодня приехали волонтеры и детский творческий коллектив из Бугаевки Харьковской области. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал «Интер».